Так. Мне кажется, Пинчук не словит. Татат не словит. Татат тоже не словит. Черно, пихай, распихивай всех! На какие ставки, господа, значит, какие ставки? Черно! 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 Черно? Да, Черно! Так, Рома, на кого ставишь? Слушай, Черно два раза локтями сделал, всех ребра хрустнули. На Маринку или на Черно? Да кто-то пальцем показываешь, что? Черно! Скютер? Да, Тата без Валеры пошла. Черно! Ты на себя ставишь? Так, друзья, пишите. Сами, на так, ставишь? На кого ставим? Так. Андрей Чернов всех встрянет. Кидай. Итак. Итак. Вот они, девчонки. Обратите внимание, дамы и господа, что среди них стоит Тата, которая хочет вновь замуж. У нас стоит там, значит, Майя, Марина, Пинчук. И, конечно же, Александр Черно и другие замечательные девочки, Виктория Борисевич, и даже Аленушка, которая забыла уже имя. Но это не важно. Девочки, самое главное условие слету. Давай. Ребят, ставлю вот так, чтобы было видно хорошо. Давай, чтобы было видно хорошо. За кого вы болеете? Черно! Черно! Все зависит от тебя. Да, три. Два. Два. Один. Пуст. Кто? Ты женишься на Пинчу! Ура! Поздравляем! Давайте сюда Романа! Ром! Ирина поймала букет невесты. Мы спросили, чей пиджак на ней одет. Это твой пиджак. Готов ли ты взять законные... Давайте сразу. Сразу. Готов ли ты взять законные супруги Ирины Пинчук? Да! Взять готов, но не в супруги. Аплодисменты Ирине, она счастлива! Мужчины, приготовьтесь! Точнее, поддержите аплодисментами вашего друга! Виктор! Опускается под платье и ищет там подвязку! Где она? Глубже! Ты запутался? Вот что значит пышное платье. Так ты там все ему не раскрывай! Мы же все снимаем, Тань! Все спрячь. Ого! Давид, лови, ну! Лови, блин! Виктор, ты как там? Лови! Красавчик, Танюш, ты можешь пока осторожно отойти, а то зашибут. Итак, вид на исходную. Не весь дом, да, не весь. Прекрасно. Все ли холостяки здесь? Турчин. Я готов. Габозов? А, ты же еще женат на Ариане, точно, забываю. Или ты будешь ловить? Да, я буду ловить. Так, прекрасно. Все холостяки здесь? Не вижу. Да. Все. Шабари! Шабари, где ты? Конечно. Неси бабки! Готовы? Турчин, убери телефон, вставай в строй и лови подвязку. Ты тоже должен когда-нибудь жениться. Чайчик! Да. Чайчик, ты же еще не женат, иди сюда! Я вот не понимаю, что ты там отсиживаешься? Оля! Все, Алексей с нами прекрасно, Лизе повезет. А как у нас получилось так, что холостяков больше, чем холостячих? Все, приготовились! Внимание, дамы и господа! Приготовьтесь, Иосиф, ты хочешь? Хочешь, получишь! Три, два, один! Это были семейники! Витя вас разыграл! Это была шутка! А теперь все по-серьезке, все. Приготовились! Приготовились!
подальше. Да. Лови! Мне интересно, как Рома будет ловить, если у него в одной руке телефон? Он не хочет. Ладно. Купин, не лови, Купин, пожалуйста. Купин, лови. Марья, что делать? Лови. Нет. Саша, что делать? Давид, лови. 3, 2, 1. Телефон помешает. Где Александр? Почему Александр Чернов убежала за свой стол? Саша, иди к нам! Саля кушать пошла на канал. Значит, как там только лава, Юсиф поймал, надо заедать. У Саши стресс. У Саши стресс. Вить, как так вышло? Хорошо, дальше. Вить. Где мой товарищ Айдар? Красивый Витя какой. Смотрите, какой красивый. Так, друзья, возвращайтесь на свои места. У нас же